Всем здарова, народ, с вами я, Кофеёк, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такие вот 8 плакатов, постеров, флагов, называйте как хотите, вот просто абсолютно как хотите называйте. Вот тут есть такие мистические флаги, лисички, милашные, кактус обязательно, мемные есть, вот красивые, вот, тоже еще мемчики, вот, пикачушка, милашка. Вот я вам все это покажу, как сделать. Также перед началом ролика вы должны подписаться на канал, поставить лайк за 5 секунд. Давайте я считаю. Раз, 2, 3, 4, 5. Кто успел подписаться, тому придет вот эта милашная, вот эта вот штука милашная к вам придет, и вы ее сможете погладить. А кто не подписался, того она придет и укусит. Да? Ну, видимо, да. Смотрите, давайте сначала я сделаю какой-нибудь флаг. Какой? Давайте, эники-беники, трали-вали, короче. Давайте в сундук посмотрим, какой первый есть. Вот, давайте с кактуса начнем. Смотрите, чтобы сделать вот такой вот флажочек, вот он. Вот такой вот. Смотрите, берем раз, берем два, берем три, берем четыре, берем пять, берем шесть, берем семь. Если что, фиолетовый можно заменить любым цветом, потому что, ну, потому что это просто горшочек. Можно любым, можно коричневым, можно темно-зеленым, хотя лучше не заменять, потому что ну, кактус, ну, как бы, зелеными лучше не заменять, там желтый, оранжевый, любой. Так, заходим в верстачок, ставим наше зеленое лаймовое знамя вот таким вот образом. Потом берем, делаем вот кирпичную кладочку, и вот это, я не знаю, зачем так делать, но надо, для структуры, так говорится. А потом надо было вот так сделать и взять темно-зеленый краситель и сделать так же. Сейчас поменяем быстренько. Вот, это нам не надо, это нам не надо. Все. Эти нам два не нужны. Все остальное нам надо. Так, дальше. Дальше у нас идет вот так. Зачем я выкинула? Отдай! Так, берем, ставим вот сюда знамя. Берем зеленый лаймовый краситель и делаем вот так. Это, конечно, на планшете не очень удобно, потому что надо зажимать вот это все. Вот такие вот полосочки у нас получаются. Полосочки потом. Вот так вот делаем. Берем. Берем лозу. И берем белый краситель, делаем вот такой орнамент. Все, готово. Теперь оставим и ставим фиолетовый краситель. Ну, в моем случае это фиолетовый, у вас может быть любой другой, хоть оранжевый, хоть коричневый. Так, вот. И потом просто берем и обкладываем это все вот таким образом белым красителем. Вот. Вот так вот. Хоба. Вот, на новых версиях Майнкрафта это можно сделать все через станок, но мне как бы по старинке удобно. И у нас получается вот такой вот, вот красавчик. Вах. Все, это мы сделали. Так, давайте положим обратно все эти ингредиенты. Тут у меня все, блин, неправильно положено. Ну да, ладно. Потом давайте сделаем все по очередности, чтобы не путаться. Сделаем вот такой вот мистический флаг. Вот такой вот красивый, смотрите какой. Да, берем, значит, черное знамя, нам надо фиолетовый, пурпурный скелет и сушителя голова и крипера, и черненький цвет. Это достаточно легкий тоже флаг. Смотрите, берем, подходим сюда, потом берем черное знамя, ставим его вот сюда. Потом пурпурным красителем делаем такой крестик, вот так вот. Выкладываем крестик, ну давай, выкладывайся. Вот, крестик у нас есть. Так, дальше мы берем этот флаг, эти нам не нужны больше, вот фиолетовый и вот череп, получается вот такой вот череп. Вот, потом берем дальше черный краситель, делаем вот такую полоску снизу, вот так вот, вот видите, у нас получается. Потом делаем вот так, эти же красители перекладываем и сбоку, чтобы получилась вот такая уже полоса. Дальше мы берем это все, ну, в одну сделаем, вот так и вот так. И, ну, как бы, голову с этого крипера используем и вот так кладем. Идеально. Так, теперь дальше. Нам нужно вот черный... А, зачем я черный краситель, в принципе, убрала? Вот сюда знамя, а вот так вот выкладываем. Все, и у нас получается вот такой... Ой, куда я зашла, извините. Вот такой вот красивый тоже флаг получается. В принципе, нормальненько. Эта лисичка, она чуть-чуть недоделанная, потому что я ее не так взяла. Мы сейчас сделаем, вот, есть такой вариант лисы, а есть немножко другой, который мы сейчас и сделаем. Все то же самое будет, как и в первом, только надо будет еще одно действие добавить, и все. Выкладываем белое знамя, вокруг белого знамя серый краситель, вот таким вот образом, типа, чтобы ромбик получился, вот. Потом берем лозу, у меня же есть лоза, да, есть лоза. Берем вот это, лозу и голубой краситель. Вот так вот делаем, все готово. Теперь из вот этого лозу мы убираем вот это и точечку такую делаем. Потом берем голову крипера, знамя, делаем крипера. Дальше выкладываем вот таким вот образом краситель, как в принципе и в том флаге.
вот так вот, чтобы это закрывало. Вот, у нас получилась такая же лисичка, когда я делала все эти флаги, я немножко запортачила, потому что максимум можно на флаг сделать 6 или 7 действий. Ой, а почему? А почему я вышла? Вот. Так, это не тот флаг. Вот. Так что делаем вот так вот, и у нас получается такой градиент, что можно вот так вот сделать. Вот. Ну, как бы, это типа морозная, более такая страшная, это более милая. Короче, выбирайте. Чтобы сделать без этого, просто не добавляйте последний синий шаг, и все. Так, приступаем к такому вот красивому флагу. Если что, он мне напоминает, честно говоря, Бен 10 мультик. Кто смотрел, тому респект, кто не смотрел, посмотрите. Реально прикольный мультик, просто моего детства. Так, может он, кстати, сейчас идет, хотя не-не, его так в интернете можно найти. Смотрите, вот такие вот полосочки делаем. Вот, это белый краситель, можно костную муку использовать, вообще не важно. Так, потом делаем такой же, так же вот с этим флагом, отдайте мне этот флаг, только уже черным. Я не понимаю, можно было, конечно, просто серыми линиями, но тогда бы это было некрасиво и не структурно. Так, дальше берем зелененький краситель, где у нас? Вот зелененький, вот так, точечку делаем, и вот, мне не отдают флаг. Так, все, вот так вот теперь. Берем это сюда, переносим, берем цветочек, и это ромашка, если что. И зеленый краситель делаем вот так вот. Так, потом берем этот же цветочек, только с серым красителем, и делаем так же, прикольный объем получается. Потом оставляем эту ромашечку, берем вот этот флаг и берем серый... Нет, берем черный краситель и делаем вот так вот. Почему? А, да-да-да. Все, почему не вышло? Стоп. Я что-то не так сделала? А почему у нас так вышло? А, я, походу, не то взяла немножечко. Я с цветком сделала, надо было с лианой делать. Надо было вот так вот сделать, запоминайте, я случайно, правда, извините. Ну вот, также вот есть такая разновидность, в принципе, флага тоже неплохая. Типа я просто перепутала. Так, это был в этом сундуке, вроде это последний флаг, да? Да, это последний флаг в этом сундуке, поэтому выкладываем сюда все вот это. Все, что нам не нужно. Так, черный знамя еще оставим, то вдруг я его куда-то еще не забыла доложить. Теперь сюда. Теперь делаем вот такие вот мемные вот эти штуки. Вот такой вот. Извините, я испугалась. Я сейчас записываю опять во время урока, пока никого нету дома. У меня там кошка шебуршит за дверью, я испугалась. Поэтому, да. Так, все, давайте делать такой милашный. Смотрите, берем, значит, опять у меня знамя нету. Почему я никуда знамя-то не положила? Алло. Алло, где белое знамя? Нам же нужно белое. Да, вот одно белое возьмем отсюда. И нормас будет. Так, беленькое. Так, не надо меня показывать, не надо. Вот так делаем, теперь делаем. Это, ну, это пузырек чернил, но надо использовать черный краситель, просто он тоже красит. И нормас. Так, дальше. Вот такие вот полосочки. Это костная мука, да, я здесь как-то более натурально все решила. Смотрите, даже так прикольно выглядит, честно говоря. Вот. Но. Надо вот так вот теперь положить. И теперь сделать вот таким вот образом. Дайте мне уже сделать, алло. Вот так и вот так. Все, идеалити. Так, дальше. Красненьким положить надо. Вот так вот сделать. И сделать вот все вот таким вот образом, чтобы получилась такая толстая. Какая-то это очень страшная немного картина получается. И теперь взять вот так вот розовый вот тут сбоку вот так сделать и желтеньким все обложить, в принципе, и все будет вах, прям вах. Вот, это такой мемный получается, вот он наш чебурек, вот он чебурек наш, привет. Так, дайте сломаю, тут ты мне мешаешь тут. А как тебя сломать? Сначала сделаем вот такой вот флаг, вот такой вот флажочек как бы сделаем. Для этого нам нужен станок, потому что, ну, в станке его легче намного делать. Именно этот флаг, потому что здесь нужен только цветочный орнамент нужен только в одном месте. И это уже последний штрих будет, поэтому здесь все мы сделаем здесь. Берем белый краситель, выбираем вот такой вот орнамент и берем. Потом убираем, меняем это на фиолетовый цвет. И вот это тоже меняем сюда. И получается мы какой берем? Теперь орнамент вот такой. Потом это опять загружаем сюда, берем черный уже краситель и делаем такую же, только черную линию. Затем мы берем пурпурный краситель, это не розовый, это пурпурный. И делаем вот такую точечку, где она? Вот она, вот точечку вот такую. И потом заходим в верстак, потому что там это придется брать орнаменты все эти.
и мне лень их благополучно брать. И каким цветом? Черным цветом это делаем, то есть загружаем цветочек, и у нас получается вот такое красивое знамя. Вот так вот такое. Что? Не пон, а как это? Ну ладно, забьем. Сделаем Пикачу! Вот, Пикачушку сделаем сейчас быстренько. Хоба, цветочки возьмем, все это сделаем. Так, заходим, вот, верстак, это уже в верстаке мы делаем. Так, берем голубое, бирюзовое знамя. Ставим вот, не, вот так. И делаем вот так красненьким красителем. Вот, так, тихо, вот, все. Взяли, в принципе, убираем все это. Теперь ставим сюда вот такой. И делаем черную точечку. Дайте мне сделать черную точку. Все, черная точечка у нас готова. Теперь берем знамя, желтый краситель и цветочек. Вот такой вот орнамент получается. Я зачем-то выкинула. Угу. Ну ладно, в принципе, по-моему, он не понадобится больше. Так, желтый цвет. Теперь это в край вот так вот. И делаем опять же... А, неправильный крестик. По-моему, надо вот так вот сделать. Во, вот такой вот крестик нам нужен. Вот, и у нас получается какая-то странная конструкция пока что. Так, теперь берем вот это, ставим вот так, и бирюзовым красителем, не голубым, бирюзовым. Вот так вот такую линию выстраиваем. Если что, если вы не успеваете, ставите в скорости в настройках на видео X там какую-нибудь скорость, на какой вам удобно меня смотреть, и смотрите. Вот, либо же просто все рассмотреть. Обкладываем вот так вот, и у нас получается Пикачушка. Вот, смотрите, вот он, Пикачушка наш. Милашка вообще, милашка. Вот такой милашка. Ну, как тут с Хамелеей, да. Вот, выкладываем опять же все эти ингредиенты сюда обратно. И берем последнюю, нашу лягушку. Тут меньше всего ингредиентов надо, всего лишь 4 ингредиента. И наша лягуха вот такая вот будет готова. Давайте обкладываем. Меньше слов, больше дела. Обкладываем в виде ромбика. Вот, чтобы ромбик вышел. Все, ромбик есть. Так, собираем черный краситель, он нам больше не понадобится. Берем флаг, берем в руки и вот так вот выкладываем. Все, вот у нас есть. Готово. Так, дальше. Теперь выкладываем, я сказала, выкладываем вот таким вот образом. Все. И вот сбоку вот так, чтобы получилась такая линия. Зеленый, зеленый можете вот так вот сложить, чтобы потом, ну, как бы не раскладывать, потому что, ну, лень, как говорится, да. Ну, понимаете, да, лень бывает иногда. Вот, все, вот так вот раскладываем. Теперь берем вот эту нашу заготовочку, делаем вот такую вот какую-то страшную рожу. Ну, она пока что страшная, потом будет нормальная. Так, и делаем такую линию поперед, вот так. Да, да, да. Вот такую вот линейку, и потом вниз вот так вот делайте, и все, готово. Вот у нас такой вот флаг. Оба. Ой, лягушки! Вот. Такой прикольный флаг. Это были 8 флагов, которыми я все здесь заставила. Ой. Вот. Так что, если еще хотите флагов, я еще могу такую подборочку сделать. В принципе, я думаю, я быстро все объяснила. Ну да, быстро, на 17 минут. Ну, интересно. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всех с Новым годом. Также посмотрите, у меня есть новая шапка на канале. Да, вчера мне ее прислали, очень красивая шапка, мне очень нравится. Вот, подписывайтесь на мой ТикТок. Вот, и, кстати, я еще свою почту оставила там в комментариях, в описании. Не знаю, хотите что-нибудь напишите, можете ничего не писать, как хотите. Да, так что всем удачи, всем пока-пока!